чего-то сладенького хочет, а мама на работе. Пойдем у папы спросим. Идем. Пап, дай нам чего-нибудь сладенького. Хотите печенье? Может быть, пряник? Хочется чего-нибудь большого, сладкого. Тать! Торт? Я же не умею его готовить. А придется. Пойду погуглю. Ладно, мы подождем. Как вкусно! Как все сложно! Яйца, банку сгущенки, мука. Ничего не понятно. Я знаю! Тоже найти! Я думаю, что этого хватит. Чего-то не хватает. Секретного ингредиента. Нам понадобится измельчитель и печенье. Теперь все это измельчаем. Давайте, дети, добавим печенье. Интересно, что это он такое готовит, непонятно. Исай. Ну, сейчас посмотрим, что он там готовит. Выливаем в печенье. Теперь высыпаем все в форму. А теперь разровняем и спрессуем. Прессовательная банка. А теперь сделаем прослойку из пудинга. Теперь наш секретный ингредиент ингредиентного торта. Дети, помогите мне. А что делать? Открываем конфеты и снимаем шоколадку. А теперь снимем с них шоколад. Выкладываем в суфле на наш торт. Прикольно, получится что-то вкусненькое. Этот шоколад мы растопим, а теперь нарежем банан. А теперь растопим все на водяной бане. Зальем все это сливками. Ну
Ну что, хватит? Да. А теперь украсим наш тортик ягодами. Какая вкуснятина у нас получается. Шоколад растопился, а теперь польем наш тортик. Вау! Ням-ням! Пока наш торт не убежал, скорее съедим его. Вот такой торт от папы. Сейчас попробуем. Ями! Вкусно получилось? Да. Бон аппетит. Ну все, я пошел.